Дамы и господа, это большой баскетбол в Мегаспорте ЦСКА Химки сегодня у нас. Сергей Быков, игрок, который в защите сжирал буквально каждого оппонента. А как еще? Тем, я бы сказал, бы славу и заслужил. А как еще можно было продержаться на таком уровне без броска? Здесь есть постоянные болельщики, которые не пропускают ни одной игры. Сколько вы уже ходите на баскетбол лет? 2 года. Скажи, 1 год. Есть некое смущение, и можно понять, когда такой красивый ведущий. Дамы и господа, рядом со мной супер диджей современного пространства S Brothers. Правильно я сказал? Да, да, молодец. Отлично. Да. Я вам сейчас буду показывать игроков ЦСКА. Да. А вы мне скажете, с бородой он на самом деле или не с бородой? Борода подрисована. И вообще, может, она ему вообще не идет. Давайте так. Давай. Михаил Кулагин, разыгрывающий нашей команды. Рановато бороду носить. Да. Зачем ему борода? У него есть молодость. Настоящее, естественно. Мы только что прилетели, вот прямо буквально из самолета, из Нью-Йорка. Типичный гражданин. Нью-Йоркец. Нью-Йоркец. Он живет в Джерси, вы правы, хорошо. А это Семен Антонов, дамы и господа. По-моему, вот суров. Суров, борода ему идет. К лицу, так скажем. К лицу, да. Вот. Носит ли он ее в жизни? Нет. Нет, конечно. Нет, конечно. Ай, не обманешь ничем, мы с Brothers бородачей. По старой доброй традиции, молодежь, дайте мячишко. По традиции, приветствую, можно брошу? По традиции, друзья, отправляется мяч одной рукой в пиджаке. Перепишем потом. Диджей всея Руси, было более чем дело? 300 тысяч подписчиков в Инстаграме, Катя Гусева. Привет. Привет. Как дела? У меня все отлично, потрясающее спортивное настроение, красивый мужчина сзади, ЦСКА, пришла болеть за ЦСКА. Как ты адаптировался вообще в раздевалке, когда ты впервые пришел? Ну, мне помогли адаптироваться наши русские ребята. Вот Никита, Андрей, Саймон. Они мне всегда помогают. Сергей хорошо меня принял, он всегда шутит со мной. Поэтому легко всегда в раздевалке. Такое юмор везде. По началу сезона не привык и приходил. Для зрителей расскажу быстро. Есть вход для игроков. А есть служебный вход. И ты заходил через служебный вход, как будто ты не игрок основной команды. Почему? По привычке. Всем пока. Евгений Седых, Андрей Лопатин, ЦСКА Баскет Пригейм Шоу. Счастливо.